Привет всем! Снимаю свою распаковочку посылочки с сайта Мыло Опта. Она у меня была вот в таком вот пакетике, так как живу в Кременчуге, там, где Мыло Опт находится. Поэтому у меня самовывоз. Мыльная основа Англия. 2 килограмма белой мыльной основы и 3 килограмма прозрачной мыльной основы. За прошлую распаковочку у меня есть скидка 100 гривен. И также накопительные бонусы 53-33 получилось. То есть практически вся моя посылка, я заплатила только за 4 килограмма основы, а килограмм основы и 3 отдушки мне пришло, считайте, бесплатно. Первая отдушка клубника и киви. Аромат действительно клубники и киви. Очень приятный фруктовый. Следующая отдушка у меня соленый бриз. Аромат напоминает мне почему-то освежитель воздуха, но такой вот приятный и приятный. И последняя франжипани. Это вот такой вот цветочек. Я специально его принесла. Никогда не заказывала, но мне чем-то оно напоминает запах иланг-иланг. Может, кто пользовался, знает. Вот такой вот даже более мужской аромат. Ну и цветочный тоже, примесь цветочных нот есть в аромате франжипани. Ну вот это и все, спасибо.